Долги по алиментам жителей Абайского района в Карагандинской области составили 60 миллионов тенге. Об этом стало известно на встрече с правоохранителями и населением. Открытый прием для оказания гражданам социально-правовой помощи организовали в прокуратуре района. Полицейские, судоисполнители, адвокаты, представители местных исполнительных органов общались с жителями в формате «вопрос-ответ». Десятки отцов в регионе скрываются от выплаты алиментов. Чаще всего люди жалуются на волокиту при обращении в госорганы и на неисполнение решений суда. Я уже 6 лет не могу получить алименты. Задолженность превысила 6 миллионов тенге. Судебные исполнители за это время не смогли мне помочь. Мое обращение записали сегодня. Очень рассчитываю, что вопрос сдвинется с мертвой точки. При разделении области на два она осталась жить здесь, а ее ответчик остался в Полтавской области. Мы постараемся в ближайшее время решить этот вопрос. Цель акции заключается в том, чтобы выявить социально уязвимые, остро стоящие вопросы, которые сейчас бытуют именно в обществе, именно среди жителей. В дальнейшей своей работе будем принимать меры по их недопущению или исключению таких случаев.